И это завод. Я ничего не точил. Привет. У меня большое достаточно количество ножей Мора, и это далеко не все ножи Мора, которые бывали у меня. Их было намного больше. Это просто то, что сейчас вот есть прямо в наличии. Ну и тут еще Фиска затесался, потому что он нам нужен для видеообзора. Так вот, сегодня мы посмотрим с вами на Мор 2000, которая тоже бывала у меня на обзоре, и на вот этот вот топорик от Мора, которого раньше никогда не бывало, прежде всего. Но для чего я сейчас выложил кучу Мор сюда? Для того, чтобы показать вам, что некоторые Моры у меня уже весьма вида виды в таком, ну, так себе состоянии. Это углеродочка, и она у меня, ну, наверное, больше 10 лет этот нож у меня, ну, около того, по крайней мере, и я им пользуюсь периодически и планирую пользоваться. Надо, кстати, его заточить. Вот, соответственно, у меня есть еще моры, у меня есть мора, которые я тоже пользуюсь там на кухне постоянно и все такое. Ну как на кухне, кстати, реально эта мора живет на кухне. Я беру иногда ее не на кухне, это не кухонный мой нож, но на кухне иногда для тяжелых каких-то работ, когда кухонники жалко, очень хорошо мора справляется. Ну а для природы, конечно же, это просто какой-то must-have. То есть моры — это, конечно же, кемовские ножи, на самом деле очень крутые, очень при очень крутые, как бы там ни было. То есть самые различные варианты существуют для различных там профессий, для различных ситуаций. Да, это вот флотинг прям он называется, но о нем отдельно мы поговорим. Вот он, ну, в общем-то, отдельная песня, очень тоже интересный нож. Сегодня больше про вот этот набор. Что бы хотелось сказать? Прежде всего, в общем-то, раньше у меня топоров Мора не было. Я только видел их на картинке, и пока еще на сегодняшний день теста не было. То есть, вот хотите кидайтесь тапками, ну, пока еще не было теста, пока еще не получилось. Однако, хотелось бы сразу сказать, что мне, в принципе, с моим опытом использования ножей, топоров, ну, не скажу, что у меня прям какой-то бешеный опыт, я лес не валю, как бы, но вот все равно доводилось, да? Я понимаю, что это такое. Как ни крути, ну, есть этот опыт. Так вот, нужно понимать, что Mora of Sweden – это вообще компания, да, шведская, очень хорошо известная во всем мире. Очень хорошо известная. И они знают, что они делают. В этом деле они лидеры. Они знают толк в довольно доступных по стоимости, но очень работоспособных ножах. Эти ножи, которые доступны по стоимости, их вообще никто никогда не жалеет. Никто никогда пылинки с них не сдувает. Их кошмарят по-всякому эти ножи, и они выдерживают. Эти ножи используют настолько сурово, что даже я не знаю. Реально, конечно же, некоторые ножи ушатывают, ножи Мора. Но столько всего тяжелого, столько всего вот на износ, на излом, на вот все, что приходится ножам Мора, наверное, не приходится никому. Из ножей я имею в виду. Потому что эти ножи реально покупают, ну, скажем так, они доступнее, чем многие, в принципе, ну, другие ножи при. То есть есть ножи дороже Мора, да, есть ножи дешевле Мора, но по соотношению цена-качество, то есть за эти деньги нет ножа лучше. Да, есть ножи лучше, которые стоят в разы дороже, но опять, вам их зачастую жалко использовать. Здесь же вот максимально суровое применение. Мора 2000 очень знаменитая модель, тоже сейчас вот в двух словах буквально коснемся. Я не буду повторяться все свои вот видеоролики, что я раньше рассказывал. Давайте еще раз. Продукция Mora of Sweden широко известна во всем мире благодаря качеству и надежности. Они однозначно стоят своих денег. Так вот, топор Mora Axe 1991, да, так модель называется, компактен. Он на самом деле достаточно удобен в ношении, потому что компактный. Понятно, что цеплять его как-то там на пояс, там еще что-то не будете. Есть отверстие для темляка, оно крупное. Больше всего мне понравилась эргономика. То есть очень явный пистолетный изгиб с огромным таким расширением. И получается, что очень надежный хват. Причем я так чувствую по ощущениям, что если была бы более прямая рукоять, то мало того, чтобы он вылетал, еще и при каком-то рубящем движении вот здесь возникала бы, ну, прям дискомфортная нагрузка, получается, на сустав. Здесь же, получается, мы перемещаемся, сустав находится в естественном положении при рубке, намного более мощном положении. Ну, вот как, например, в ударе кто-то знает, да, что сустав должен располагаться не вот так, не вот так. Я, конечно, сейчас немножко перебарщиваю, утрирую, но максимально вот здесь ровная линия, то есть ровная линия, переходящая вот в костяшке пальца должна быть, да, и, соответственно, это наиболее сильное движение. Если вы, кстати говоря, держите кого-то, да, захватом, то когда у вас здесь прямая рука, то у вас крепкий хват. Если у вас рука изогнута вот так, вот даже попробуйте, изогните руку и сожмите, вот так начните
сжимать. У вас хуже сжимается. Или вот так, изогните руку и попробуйте начать сжимать. Хуже. Вот так изогните и начните сжимать. Хуже. Это просто человеческая физиология. Так вот, человеку наиболее мощный хват, наиболее мощный в ударе движение, оно идет, когда здесь прямая рука. Так вот, эта эргономика позволяет четко вот здесь спрямить руку. Спрямить руку и обеспечивать удобный удар. Прям хочется потестировать, но вот пока не довелось, как бы вот такое ощущение. Это классно, в этом смысле. Если сравнивать с Вискарсом, у него тоже расширение, все, но вот здесь прямо. Я, конечно, могу немножко взять под углом, но все-таки у меня, когда я беру вот самым эргономичным хватом, у меня немножко угол получается, ну, тут на видео не понять. Иными словами говоря, здесь хуже эргономика, хуже, однозначно. Немножко более объемная рукоять, да, чуть-чуть вот по объему больше. Но на удивление, кстати говоря, материал более такой вот приятный, да, давайте объективно смотреть, более приятный на ощупь, такой soft touch, как будто бы пластик, да, но здесь эргономика однозначно на голову выше, это прям чувствуется, это прям ощущается, это прям круто, эргономика. Далее, мы понимаем, что этот топорик, он маленький, 32 сантиметра в длину, 9 сантиметров, тут, кстати говоря, странность, заявлено почему-то на сайте почти 12 сантиметров, 9, да, это почти 12 сантиметров, 9? 9 вот здесь, это почти 12. Я даже вот так режущую кромку попробовал измерить, у меня там получилось чуть менее 9,5, там где-то 9,3-9,4. Вот так у меня получилось. Ну, тут тяжело измерить, поэтому тут как бы так, знаете, с погрешностью. Ну, тоже, я думаю, ну никак, не почти 12. Ну, ладно. Что касательно деревья прям валить, прям вот, знаете, пойду-ка я лесорубом. Ни один из этих топоров не подходит для такой задачи. Конечно, более тяжелый X7, который весит около 700 грамм, который, в принципе, давайте я вот так вот покажу вам, немножко понятнее будет, который вот здесь более толстый сам по себе, посмотрите здесь разницу, видно, да? Намного более толстый. Конечно же, им колоть прям что-то вот такое, прям нарубать дрова удобнее, хотя по эргономике чуть хуже. По длине они примерно одинаковые, чуть-чуть. Чуть-чуть X7 больше, но там X5 бывают, это не совсем конкуренты. Здесь же у нас топорик, но он ближе к ножу. То есть у него, смотрите, агрессивный изгиб получается, да, вот здесь у нас более прямая режущая кромка. У нас здесь можно вот взяться и как ножом им что-то порезать, что-то им вот такое подстрогать. Это скорее помощник к ножу, но не полноценно такой валящий лес топор. Это вот что-то по мелочи подстучать, подстрогать, под вот это именно, знаете, такой больше ремесленный вариант. Если этим все-таки больше дерева валить, ну, условно говоря, хотя это тоже не тот вариант, у них есть огромные мощные там X20, там X17, которые, да, реально для того, чтобы валить дерево. И здесь этот топор не для того, чтобы прям деревья валить. Это больше вот такой вот, ну, полунож, полутопор, как вам объяснить, да, то есть вот такое. Сведение здесь присутствует. Здесь у нас 0,4 по сведению. 0,4, вот она, видна режущая кромка, ну, соответственно, довольно высокие спуски, кстати, довольно качественно сделано, тут немножко разводы остались, я сильно не натирал, да какие-то вот, кстати говоря, следы вот такие, это, видите, еще, это сразу, вот так с завода, ну, вот как есть. Значит, и, соответственно, дальше, по весу, у меня здесь получилось 499 грамм сам топор и 516 грамм, это вместе вот с чехольчиком, который идет в комплекте. Чехольчик, само собой, тоже попроще, но он и легкий, вот, и, в принципе, более компактный, то есть, в плане, допустим, там, какого-то ношения, чего-то такого, сейчас что-то у меня, да, вот он застегивается, достаточно удобно, все хорошо, защищает хорошо, не слетает, то есть, так как расширение здесь, ну, в общем-то, все вполне удобно, расстегнули, достали, ну, в принципе, это, как бы, нормальный, вполне себе вариант. По сведению, я, кстати, сказал, по обуху, здесь у меня получилось 6 миллиметров. То есть 6 мм, ну, само собой, это ближе уже как бы к ножу. Это вот такое вот, что-то вот по мелочи. По мелочи, и я вам скажу, что в реальной жизни, когда вы выходите на природу, ну, кому-то нужно валить лес. Но кому-то нужен такой вот бушкрафт какой-то. И вот это более подходящий вариант. На самом деле сочетание, то есть Мора все-таки не дураки, я вам так скажу. Если вы думаете, что компания Мора Шведен, имеющая там просто богатейшую историю, которая с 1891 года существует, как бы, да, что они сделают какую-то ерунду, ну, вы глубоко ошибаетесь. Извините, как бы, ну, ошибаетесь, как бы там ни было. Также, кстати, хотелось бы сказать, что, значит, лезвие топора там, да, защищает чехол, это все понятно. Само лезвие выполнено из нержавеющей стали с примесью бора.
что, как они заявляют, хорошую антикоррозионную стойкость обеспечивает. То есть, ну, вопросов как бы тут нет. И полипропилен здесь у нас используется в качестве материала рукояти. По надежности я не слышал, чтобы их ломали. Цвета бывают разные, но здесь он такой немножко болотный, зеленоватый. В принципе, это кому что. И бывают ярко-оранжевые, например, цвета. Ну и, кстати говоря, у 2000-й Моры тоже бывают разные цвета. 2000-я Мора – это просто легенда. Это легенда среди всех Мор. Она немножко подороже стоит в основном, но вот за счет геометрии своей лезвия, за счет нулевого сведения, обух здесь всего лишь 2,5, она обеспечивает шикарный рез. Шикарный. Нож прекрасно ложится в руку. Ну, тут одни восторги, и это не просто так. Ну, не просто так. Реально, почитайте отзывы. Это не я так придумал, это не я тут пиарю компанию Мору. Я просто обожаю компанию Мору. Мора, да, потому что они делают реально классные ножи за свои деньги. Реально классные. И компания Мора, между прочим, предоставляет пожизненную гарантию, ну, правда, там при условии правильного ухода и использования изделия, потому что умудряются те, кто железные шары ломают, понимаете? Ну, есть такие индивидуумы. Поэтому, конечно, как бы компания Мора себя типа защищает от таких, ну, совсем прям потребительского терроризма, да, но по большому счету, ну, все-таки ножи от компании Мора, это реально, ну, чтобы их ушатать, у меня ножи, я говорю, по 10 лет, я их уже вот по-всякому. Ну ничего с ними не происходит. Заточил и дальше, и все, и погнал его по полной. И никто его не жалеет. Сэндвик 12C27, 56-58 единиц по Роквеллу. Хорошая износостойкость, на самом деле, да, они заявляют там и повышенную прочность. Вот, рукоять, кстати, изготовлена здесь из двух материалов. Да, это пластик с прорезиненными вот этими текстурируемыми вставками. То есть, прям вот прилипает к руке. Я имею в виду не в том, неприятно прилипает, а вот именно вот сидит как влитой. И причем эргономика Моры такова, что она вот в любой руке, по-моему, лежит как влитая. То есть, нет таких людей, которые бы сказали, ой, мне здесь неудобно. Причем это касательно вот всех моделей Мора. Я что-то неудобных Мор еще пока просто не встречал. И отзывов, чтобы кому-то Мора была неудобна, просто не встречал. Поэтому, в общем-то, серьезные очень ножи. Здесь у нас крепление идет на ремень с помощью кожи. Тоненько здесь достаточно. Вот видите, вот так все это сделано. Вполне крепится, вполне надежно. Вполне надежно закрепляется, ничего не болтается, не вылетает. Это у меня вот эта штука бьет по ножу, поэтому звук, да, если вот эта штука бьет. Вот. Так ничего не гремит, не люфтит, не болтается. Все очень классно. Отверстие для слива воды. Все продумано. И если мы говорим про сравнение с Фискарсом, например, в данном случае по топору, да. Давайте, что я его прячу, в принципе. Если мы говорим по сравнению с Фискарсом, есть свои плюсы и свои минусы. Если мы говорим, что этот нож вот именно что-то такое вот более тяжелые работы, чем обычному ножу, ну вот такому топору, но еще не валить лес, то он классный. Он классный, он это по-своему прикольный. Он все-таки позволяет вам что-то подрубить. Вот такую мелочевку. Мелочевку им делать будет однозначно удобнее. Пластиковая рукоять. Это практично. Это не впитывает запахи. Это не портится, вот со временем не рассыхается, имеется в виду. Ничего с ним не происходит. Причем это, кстати говоря, вот запаяно. Оно вот там вот еще хвостовик вот здесь идет. Все надежно. То есть вопросов нет. Как бы реально удобно, классно. Я очень, очень люблю компанию Мора и, ну, хвалю их не просто так. Пользуюсь много лет, положительные исключительно отзывы. Фискарс мне тоже нравится. Это, кстати говоря, единственный такой, наверное, серьезный конкурент Мори, ну, как бренд, в принципе. И в данном случае, в частности, я в свое время выбрал Фискарс. Сейчас я уже что-то сомневаюсь. Серьезно. Потому что вот валить прям деревья крупные, мощные, во-первых, его не хватает. Во-вторых, он мне все-таки, ну, скажем так, все равно для этих целей, ну, не подходит. А вот для того, чтобы по мелочи, более легкий, более агрессивный изгиб режущей кромки, более удобно что-то подстрогать, более удобная по эргономике здесь рукоять. Честно говоря, есть над чем подумать. Есть над чем подумать. Ссылочки в описании к видеоролику. Большое спасибо тем, кто поддержит меня своим лайком. Мне очень нужна ваша поддержка. Огромное спасибо тем, кто ее, соответственно, ну, так скажем, кому не жалко, да? Большое спасибо. Официальный представитель бренда Mora Niv в России, вот, Mora Niv.ru, там, и, соответственно, в Украине, да, я обычно размещаю ссылочки в описании к видеоролику. Переходите, посмотрите. Есть отдельно вариант купить, есть вместе. Можете не покупать, это дело ваше.
Я просто высказываю свое мнение на своем таком небольшом, скромном опыте. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.